Продолжаем играть трансформеры Forget to Fight. Закаленные в бою. Сейчас нам тут надо бы руды собрать все, которые у нас есть. Надо бы мне сейчас для начала посмотреть, что я могу сделать с ботами перед тем, как мы продолжим проходить новые испытания, благодаря которым мы можем получить нового персонажа Дрифта или Хот Рода. Если вы не смотрели прошлую серию, обязательно посмотрите. Потому что без прошлой серии вы ничего не поймете. Блин, ты издеваешься? Ну давай так тебе. И вот так еще. Давай до 300-то. Ты чё? Всю руду на тебя, что ли, тратить? Ладно, давай. О, так-то лучше. Так. Кристалл, во, кристаллы. Забыл про кристаллы. Нам жить надо будет сейчас открыть кристаллы. Такс. Еще. О, хорошо. Мне нравится, неплохо. Опять руда у меня. А еще чё? Чё остальное-то кристаллов-то зажмотничал? О! Кристалл Альянса. Ну, активируй! Ну ладно. А рулетка где? О, круто. Так. Открыть. А вот тут сейчас мне бы выбить кого-нибудь серьезного. Вот я сейчас на полном серьезе просто. Блин, вот чё он все время лагает на таких моментах-то? Сейчас еще скажет, типа, я нажал кнопку, когда я ничего не делал. Ты чё, охренел? Не, наглая личность вообще. Давай Аранхайда. Говнюк. Ой, говнюк. Я даже, вы понимаете, я даже кнопку не нажимал, он сам остановил. Вот ты говнюк, а. Ладно, что у меня на базе такое? База. Что такое? Это что? Что такое база? Тут что? Наверное, вот это вот. Ладно, без разницы. А, во! Сражайтесь, побеждайте, арены ждут. Ладно. Арены нас ждут, да? Давай в бой. Арены. Что за арены? Лучшая позиция.
Кристаллики, да? Ладно. Мне надо особую линию. Первый узел. Чем мы не допроходили? Вот этот мы не допроходили. Ну чё, вой, ребятишки. Так. Ну давай, грузи уже, на Кибертрон-то засмотрелся. Конечно, это лучше, чем просто черная картинка, вот, хотя под Кибертрон, теперь звезды, все дела. Это лучше хотя бы. Командир, этот проклятый дрифт пропал без вести и примкнул к десептиконам. Плохая комбинация, если все так и есть. Придержи свои обвинения, Проу. Почему? Ты же сам говорил, что он общался и, возможно, даже вступил в сговор с десептиконами, а это его заявление о мести. Все и правда кажется очень странным, но я уверен, что здесь нечто большее, чем могут уловить наши оптические рецепторы. Я обещал моим братьям по альтернативной реальности, что предоставлю дрифту презумпцию невиновности. Так и намерен поступить. Охренеть. Это что тут, смотрите, напоминает вид кибертронские постройки, заметили? Мне кажется, туда давай. Пойдем-то. О! Как раз разведчиков сейчас всех завалю. И наград соберу, разведчиков замочу всех. У меня же есть бладжин. Так, ну что ж, сейчас вот прогрузит первые бои, потом все бои будут по-быстренькому. А сейчас пока вот ждать придется. Потом все будет там нормально. Это как сюжетная линия, только это особая миссия называется. Тоже разговоры, тут все дела. Блин, а нам же еще миссии проходить, кампанию. Вот как, ну, я-то тогда все не допроходил, нам же это еще проходить. Да уж. Это просто пипец. И еще из игры вынес, охренеть. Ты че? Подводишь-то так. Вообще охренеть.
Я там вообще-то бой начал, а ты мне тут время тянешь. Вот поэтому, друзья, такие большие видео, потому что игра, соответственно, долгая. Было бы мое желание, я бы вообще на час видео снимал, только я боюсь то, что вам это не сильно понравится, видео по часу-то смотреть. Просто жесть. Кстати, зацените новую картинку. Вот эта вот новая картинка была после обновления. Здесь у нас Hot Rod и дрифт. Между собой бой какой-то происходит непонятный. Да, уже добавили бы уже какого-нибудь другого Оптимуса Прайма, а то этот какой-то уже не тот. Например, из пятой части фильма. Это вот, кстати, вот у нас вещи из пятой части фильма, видео этот Рок собой что-то будет представлять там в пятой части фильма-то. Это у нас там, небось, это кусок планеты какой-то. Да я даже не знаю, как это назвать. Блин, какого хрена я делаю обзор на картинку? Давай уже загружайся, игра. Вообще что ли? Вигела. Вообще. Вот игра дает, конечно. Вот это наглость со стороны игры. Блин. Ну, хоть моя база, спасибо, добро пожаловать, Тутемпалт. Я знаю, что я Тутемпалт. Так. Давай. Бой. Загружай. Дурачок. Офигевай над этой игрой. Да неужели? Давай продолжить. Дурак. Давайте сегодня, я не знаю, дрифт что ли пройдем. А всю кампанию дрифта, потому что я же пропустил еще-то серий своих. Видео, да, получится, наверное, у нас большое, да. Ну, а что ж поделать? Придется снять такое видео. Ну, хотя все пройдем.
Давай, в бой. Все даже я чувствую по-честному будет сейчас. Блин, надо будет нам Бладжина прокачать. То, что он уже старым, кажется, становится. Блин, только умоляю, сейчас ты не выноси из игры-то. Давай сейчас бой сделаем. Да уж, загрузка вообще он лагает. Да неужели? Кстати, заметь, карта другая. Я думал, что будет опять карта из ТП-5. Из фильма, который сейчас через 3 дня должен выйти. Блин, давай, Бладжи. Заканчивай с ним. Мне не сильно нравится то, что у меня вот корабль локдауна там ни хрена даже не прогрузился. Вау, 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 да ты охренел. Помял мне Бладжина. Сильно помял. Так, Шартикон разведчик. Давай тебя тоже помнем. Ну вот тот. А. О, у нас уже бой сразу. А, тут, наверное, карта будет из 4-й части, да, я угадал? Мы потихоньку, наверное, идем. А кстати, почему нет карты из первой части трансформеров? Блин. Урод-то ты. Какие еще бой? Кто теперь пойдет? Ну, конечно же, Гриндер. Кто же еще? У нас Бладжина нет, поздравляю. Сдох, Бладжин. Так, Гриндер. Отомсти этому говнюку. Он тебе много боли не сделает. Блин, я привык таких ребят с меча мочить. Как-то удобнее было. Блин, как-то тяжело мочить-то. На. Даже прикольно получилось.
Блин, ну, умоляю, скажи, что я вот этих победил. Yes, а вот теперь гриндер пойдет. На-ка. Арси, да ты задолбала. Ты как разведчик дерешься. А на самом деле ты по классу другая. На-ка. Мозги мне. Не порть. Арси. Да, тяжелые бои у меня какие-то уже идут. Шартикон-воитель. Чё-то страшное, да? У меня, смотрю, есть всякие шартиконы со всеми классами разными. Охренеть. Не понимаю, а мне можно было иметь шартикона-воителя? Так, ты дерешься как бладжин, я это понял. Надо тебя... Я тебя уничтожу, понял ты? Блин, у ворот, дурак. Я тебе сказал у ворот, а ты что делаешь? Твою дивизию. Наконец-то. Вообще еще посильнее его там побил. Признаки дрифта улавливаются все слабее. Мы должны поторопиться. К чему такая спешка, Оптимус, если дрифт решил вернуться к своим десептиконским корням? Отпусти его. У нас так достаточно проблем с квинтэссонами и с спесившимся Мегатроном. Я понимаю твое беспокойство, друг, но я обещал вернуть его. К тому же Дрифт упоминал появление Хот-Рода. Если это правда, Дрифт приведет нас к нему. Ладно. Делать нечего. Бладжин, прости меня. Давай. Бладжин. Офигеть, два моих бойца дерутся между собой. Только тут Бладжин послабее. Ну опять я клюнул на тот же наживку. Бладжин, тебя как-то проще убить. Заметил? Охренеть, меня отлагало сейчас.
Так, ну что ж, опять Шартикун-воитель. Ну ладно. Он вернулся, смотрите, он меня преследует. На-ка. Куда побежал, а, воитель? Я тебе даже близко... Ах ты, урод. К себе не подпущу. Тра-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та. Ты офигел, что ли? На... А, тра-та-та-та. Блин. А. Задолбал этот прием мне. Отлично, добиваю. Блин, контратака. Тра-та-та-та. Ты охренел, что ли, блок? Ну, наглая личность. На тебе. Мой гриндер уже устал. Ладно, это у нас тут чё, ух, ни хрена. Бой-то какой. Эй, колымага. Это Миксмастер, ты автопридурок. Неважно, не встречал в здешних местах подозрительного самурая. Да, видел такого, мчался вверх по дороге, бормотал о том, чтобы отомстить какому-то предателю. Но вам... то от этого мало пользы. О, это почему же? Вы достигли конечной точки вашего маршрута, меня. Миксмастер. Давай Миксмастер против Миксмастера, что ли? Ама Миксмастер. Воу. Блин. Миксмастер забив делает. На. Блин, это больно сложно. Охренел. Да, ты сильный. Что можно сделать? Гриндер, на тебе. Подлечить. Подлечили гриндера, теперь фигач гриндер. Замочи его, и никакой пощады врагу. Гриндер. Это твой оружейник вроде, да, гриндер? Давай еще, гриндер. Никакой пощады врагу. Ты меня в угол забил. На где еще? Чтоб не выпендрился. Правильно, десептикоша. А я всегда знал, что только гриндер утащить.
Отличный энергончик дали. Эту еще штуку дали. Назад к миссиям давай. Двадцать три дня осталось. А вот теперь дрифт у нас будет. Бой с дрифтом. Я не понимаю, чё у меня так игра-то сейчас зависла-то. Чё тут такого-то? О, да неужели? Отвисла. Отвисла. Визла. Оптимус, мы получаем странные показания с вашей передовой позиции. Могу подтвердить, что здесь действительно что-то странное. След дрифта провел нас к новому в новый регион. Будьте осторожны, телетрон засек временные аномалии в этой зоне, показатели зашкаливают. Спасибо за предупреждение, мы будем продвигаться с осторожностью, но дрифта необходимо найти. Вот эта зона. Не, ну нафиг тебе. Дрифт где-то там, да? Вау. Аномальная зона, да уж. Туда нам. Только. Баррикейд. Надо тебя будет сейчас побить. Да уж, вот тебе и аномальная зона. Начало рейда или мести отключит активированный щит. О, да неужели? Так, опа. О, да ты чё, на? Сейчас. Ты мне сейчас танцевать будешь, баобаб. Кто ты? Баррикейд? Баррикейд, да. Ты баррикейд. На тебе. По морде. Бью тебя по морде. На. Калют. Ля калют. А, точно. У меня сейчас мега пупер супер способность. А, а. Куда побежал-то? На, и все. Кинжаликами закидал, какая досада.
Вау, а это неожиданно. Ну ладно, пофиг. Теперь мы против Бладжина будем сражаться. Так, ну-ка. Эй. Офигел. Бладжин, пока только я выстою. А ты падёшь, Бладжин. Ты понимаешь, что только я сейчас выстою, а ты падёшь. Я ж сказал. О боже, прям всех против моей команды ставит, охренеть. Ну ладно, гриндер против гриндера, что могу сказать. Прям участников моей команды против меня ставят. Вот против гриндера у меня только гриндер и все. Так, бой, гриндер. Бэлс. Иди сюда, я тебя еще не добил. Ах, говнюк, мои же приемы используют. А стрелять ты так же умеешь или нет? Ах ты, ну ты задолбал уклоняться. Не все мои атаки, смотрю, тебе по душе. Не подходи. На. Отлично. Так. Ты призывал меня, Оптимус? Да, командир. И я нуждался в твоих уникальных способностях разведчика. Могу догадаться, почему все в штабе толкуют о пропавшем мятежнике Дрифте. Говорят, он переметнулся. Это еще не доказано, но первоначальные сведения не обнадеживают. Я знаю, каково это быть ложно обвиненным и неверности. Это довольно неприятно. Вы хотите, чтобы я разведал путь Дрифта впереди, правильно? Таков план, но будь осторожен, это новая территория, полна аномалиями, которые мы еще не изучили полностью. Так. To jump out. Гриндер. Обменивать товарами и торгуйте соседями. Так. Вон там дрифт, да? Блин, ну давай. Чё ж ещё-то делать? Стопы. У меня больше батареек нет. Вот тут мы и заканчиваем серию, дорогие друзья. Ладно, с вами был Тотемпаут. Всем удачи, всем пока.